Очередная посылочка. Вскроем, наверное, вот это. Тоже уже догадываюсь, что здесь есть. Посмотрим. Вот так я вскрываю. Ножницы в сторону. Мусор в сторону. Открываю. Да. Ждал я, ждал я. Наконец дождался. Это у нас для заправки моих баллонов с резьбовым соединением. Здесь надо будет переделывать этот шланг для заправки. Вот это уже нужно будет убирать, потому что у нас резьбовые соединения совсем другие, как у нас. А так переделаю. Я, наверное, сниму отчет, когда буду переделывать вот это все соединение, откручивать, снимать вот этот. Потому что это внутренняя резьба у нас идет наружная, так что будем... Это наружная у нас идет, внутренняя, так что будем переделывать. Вот это разбивается, сколько это не металл, какой-то сплав. Я думаю, что если не разобью, наверное, аккуратно болгарочкой спилю. Ну как-то сделаю. Вот такой шланг, это для заправки баллонов. Так я на рыбалочку беру мини-грелочку свою, беру баллоны газовые. Вот это мне, чтобы не покупать каждый раз баллон, я буду с 5-литрового баллона переворачивать и заправляем вот такие, вот такое приспособление нехитрым, которое тоже из Китая пришло. Я буду переделывать свои эти, заправлять газовые картриджи, баллоны, да, на рыбалку, поход куда-нибудь, потому что покупать очень дорого, они дороговато стоят, а так заправил, с большого уже пройдет. Кому нравится, ставьте класс, подписывайтесь на мой канал, буду тестировать много изделий, вещей, которые приходят с Алиэкспресса, рассказывать, модернизировать их, переделывать. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Мишаня. До новых встреч.